Сараева оказан теплый прием премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану, который прибыл в Боснию с однодневным визитом. После официальной церемонии приветствия почетным караулом он встретился с боснийскими, сербскими и хорватскими представителями коллективного президиума страны. В ходе визита ожидается подписание двусторонних соглашений, а также открытие вновь в старом городе Сараево древней мечети и турецких бань эпохи Османской империи. Турция вложила немалые средства в восстановление городов Боснии после региональных войн 90-х годов. В Приштине около сотни протестующих потребовали от правительства Косово добиться освобождения 21 косовара, которые были арестованы в Македонии после недавних беспорядков. Тогда были убиты 14 человек, предположительно боевиков, являвшихся гражданами Косово. Македонские власти обвиняют в этих столкновениях этнических албанцев из Косово. Протестующие в Приштине, в свою очередь, обвинили правительство Македонии в преследовании этнических албанцев. В Грузии бастуют рабочие, занятые на строительстве автомобильной магистрали от Тбилиси до города Рустави, что в 25 километрах от столицы страны. Они настаивают на повышении зарплат, обесценившихся из-за недавней девальвации национальной валюты – лари. Строительство этой магистрали ведет китайская государственная компания Sinohydro, которая заявляет, что готова повысить зарплаты местным рабочим, не уточняя при этом, насколько и когда именно.